Здравствуй, любовь моя. Ты зачем приехал? Не понял. Почему ты приехал сейчас? А ты разве не соскучилась? После всего, что ты устроил мне 2 дня назад. Ты что? Обиделась? На невинную шутку? Ну прости. Бестолкового. Светка, врему. Я так соскучился. И я очень скучала. Как я люблю свою принцессу. Да тише, 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 вы всех соседей перебудете. Наша мама стала трусливым зайцем. А? Че бояться-то? Я-то уже здесь. И начинаю творить чудеса. Так, давай, ты иди умойся, все потом, хорошо? Да, давай. Ладно. Можно было просто сказать, что вам нужно поговорить. Допустим, я принимаю твои извинения. Сереж, ну твой приезд, это было очень опасно. Ковалевский живет этажом выше, ты понимаешь, что ты делаешь? Ну, отлично, сейчас ничего не понимал. Перестань, я тебя очень хорошо знаю, сантименты тут ни при чем. Когда речь идет о больших деньгах, ты забываешь обо всем и обо всем. Как же ты ошибаешься, моя милая. Впрочем, 5 миллионов евро стоит того, чтобы рискнуть, ну? Ты уже получила доступ к сейфу Ковалевского? Нет. Почему? Это не так просто, как тебе кажется. Странно. Раньше такие задачки решила на расплюнуть. Ты должна как можно быстрее узнать код сейфа. Ну что, пойдем? А то я соскучился по моим девочкам. Громкие мужские возгласы на французском. Муж? Пиши. Веселый смех. Так-так-так. А по словам нашей так называемой соседки, отношения ее с мужем напряженные. Алечка, это сверхважная информация. Веселый смех. Конфеты. Спасибо. Для моей сладкой принцессы. Ну, это вот вообще это что-то с чем-то. Сейчас. Смотри. Ава! Видала? Угу. Как летает? Посмотри еще. Нафиг. Все бон. Нельзя здесь оставаться. Хочешь, давай переедем в гостиницу? Сегодня же. Сегодня же? Да. Ну, хорошо, согласились. Я тогда сбегаю на работу и отпрошу еще Густава, он отпустит меня. Густав? Кто такой Густав? Я уже... Старик антиквар, прекрати, пожалуйста. Прекрати. Не могу прекратить. Тут плачу, прекрати. Что, опять ссорились? Ссорились, с тобой просто целовались. Ты что, не видела, что ли, нет? Ты что, не видела, а? Так, все, я побежала. Галчонок, ты собирай вещи. Папа тебе все объяснит. Я скоро буду. Папа тебе все объяснит. А ты собирай вещи.
здравствуй. Привет. Ты поправилась уже? Да, почти. Ну, слава богу. Угу. Симпатичная вещица. Да. Мне надо уехать. Срочно. Далеко? Понимаешь, я наконец-то нашла свою двоюродную тетю. Она болеет очень и просила приехать. Надо навестить. Долго? Дня два. Это целых 2880 минут. Есть твое 39-е царство, да? Ну, да. Послушай, как тебе это удалось? Ну, как? Работал долго и упорно. Даже преуспел. А потом понял, что зарабатывание денег ради денег бессмысленно. В общем, плюнул, продал все. И вот. Тебе хорошая. Тот волшебник, который лечит детей? Уже 2 месяца. Я ему сначала не поверил, но когда увидел первые результаты, подумал про Арсения. Все-таки это очень странно, Борис. Это потому, что я до сих пор люблю тебя. А я знаю. На чердаке заброшенного замка. Меня взяли в плен привидения. Не хочешь говорить, но и не надо. Хочу, но не могу. Я слово дала. Кому? Одному такому человеку, которому я врать, ну, совсем не могу. Ты не обижайся, я потом тебе все-все расскажу. Ладно. Скажи, твои родители часто ссорятся? При мне? Нет. Отрицательных эмоций меня оберегают, чтобы не было приступов. Но я все равно знаю, что ссорятся. Это видно по их глазам. Тогда мне кажется, что они не любят друг друга. А ты их обоих любишь одинаково? Неправильный вопрос. Почему? Потому что можно любить или не любить. А больше или меньше так не бывает. Ты очень умный, Арсен. Борь, скажи, а ты уверен, что это твой Казимир? Хороший царство. Уверен, Мира. Я уверен. А ты сомневаешься? Не знаю. Понимаешь, он как-то, ну… Туда. Он как-то невнятно говорил о причинах заболевания. Ну, во-первых, Казимир против слова «заболевание». А во-вторых, он считает, что приступы Арсения может вызвать что угодно.
От экологии до внешнего национального фона. Да уж, национальный фон у нас дома будет здоров. Это перестань. А может, поездишь на лошадях, успокоишься? Не знаю. Я отпросилась. Где Галочка? У нее свидание. Сереж, что за глупые шутки? Это не шутки. Милая моя, у нас не по годам взрослая тактичная дочь. Она вспомнила о каком-то срочном деле, схватила планшетник и помчалась к некоему соседу Мише. Что ты, с ума сошел? Она сейчас скажет Мише, что при... Нет, не скажет. Я попросил ее об этом. Ты же сказал, что ты завязал с кокаином. Конечно, завязал. Но, понимаешь, перелет был тяжелым. Мы попали в зону турбулентности. Ты мне врешь. Ты мне все врешь. Вся жизнь обман. Все иллюзион. И твоя любовь к нам с Галочкой тоже? Ну, это другое. Какое другое? Вы единственное, что у меня есть. Вы мое настоящее. И собственное. Сереж, почему мы тогда не можем жить, как все нормальные семьи? Почему мы все время гоняемся за какими-то призрачными миллионами, которые, появившись, тут же куда-то исчезают? А раньше тебе это нравилось? Раньше нравилось. Нет? Дурочкой была, вот и нравилась. В тебя была влюблена. Была? А сейчас? Что происходит в твоей голове сейчас? Устала. Я не хочу, чтобы Галочка догадалась, чем на самом деле занимаются ее обожаемые мама и папа. Я за нее боюсь. А ты не бойся. Все идет по плану. Все будет хорошо. Сереж, давай уедем. Пожалуйста, давай бросим все это дело и уедем. Будем просто жить, просто. Ты и я, Галя. С тобой определенно что-то произошло? Нет. Да. Нет. Да. А еще меня обвиняешь во лжи. Родной, хорошо. Любимый, пожалуйста, давай уедем. Давай бросим все это и уедем ради Галочки. Давай. Что за истерика? Ты же знаешь, сколько на карту поставлено. Это последнее дело. Мы бросим все хорошее мое. Обещаю тебе. Любимый, обещаю. Уедем в Прованс, сменим документы. Будем жить долго и счастливо. Все будет хорошо. Мне надо идти, извини. Thank you.
действуем таким образом. Ты почему не спишь? Я не люблю жить в гостинице. А еще мне почему-то страшно. Солнышко, это ненадолго. И потом мы же вместе. Вместе с папой? Ну, конечно. Ты перестала смеяться? Вы поссорились? Нет. Ну что? Нет. Это по работе. Ты до сих пор считаешь меня маленькой? Спокойной ночи. Платно Малевич находится в сейфе. А ты узнал его код? Нет. 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 А почему нет? Позволь спросить. Нет, и все. Нет, и все. Все и нет. Один вопрос. У тебя с ним серьезно? Ты о чем? Хочу напомнить тебе твои же слова. Все будет хорошо. Я буду рядом. Я тебя привез работать по профессии шлюхой. Шлюхой. Забыла, кем ты была, когда я тебя подобрала? Забыла? Забыла? А я тебе напомню. А что ты тогда Цветиком, первоцветиком, перед Ковалевским прикидываешься? Андрей, нам нужно поговорить. Борис считает, что нашему сыну будет полезно… А с каких пор Борис позволяет себе что-то считать относительно нашего сына? С тех самых пор, как тебя перестали интересовать и я, и наша семья. Это не совсем так. Это так. Это так, Андрей. Тебе абсолютно наплевать на меня. На то, что мне нужна поддержка. И сейчас больше, чем когда бы то ни было. Постоянно неизвестно где, неизвестно с кем. Ира, я понимаю, ты устала. Оба устали.
я решила забраться. Ну что ж, это ваше право. Но имейте в виду, что все эти псевдолекари на редкость красноречивы. Они и мертвого говорят, а заботливую мать элементарно. Мы же можем к вам всегда вернуться. Ну, конечно. Правда, упущенное время всегда мстит за себя. Спасибо вам. Всего доброго. Мам! Мам! Да? Мама, мы едем? А ты хорошо себя чувствуешь? Мам, ну не кипишуй. Что это за слово такое? Дядя Боря так сказал. Мне понравилось. Нормальное мужское слово. Ну вот. Пойдем вещи соберем. Я что, маленький? Я сам. Молодец. Ну что, ты говорила с Андреем? Да. Как ему мое предложение? Никак. Понятно. Жаль. Борь, спасибо тебе большое. Без тебя я не знаю, что делала бы. Не знаю. Помни, я всегда готов тебе помочь. Ты главное, зови. Все, пока! Мам, я готов. Ну что, едем? Ну, конечно, и едем. По нашим сведениям, интересующий нас черный дилер уже въехал в Россию. Так. И что дальше? Он вез с собой копию того холста Малевича, который находится у вас. А вот покинуть нашу благословенную родину он намерен с подлинником. Как же это ему удастся? Он оформил документы на ввоз и вывоз копии. Вот по этим документам он намерен вывести полотно. Таможню отменили? Вы же понимаете, Андрей Алексеевич, что есть таможенники, нечистые на руку. Ну, хорошо. А каким именно образом он собирается добраться до Малевича? Я ведь вроде не похож на идиота, который держит ценности под подушкой. Ну да. Он знает, что вы не идиот. Кстати, кто он? Это сейчас не имеет никакого значения. Ну, здравствуй, моя куколка. Доброе утро. Если когда-нибудь в эту головушку, не дай бог, придет мысль о том, чтобы испортить мне игру, моя хорошая Галочка поедет со мной в Париж. На, все. Любой суд получит информацию, что ты аферистка, что ты получила незаконный вид на жительство, что у тебя нет ни профессии, ни денег из существования, у тебя ничего вообще нет, ты голодранка, понимаешь? Ты этого не сделаешь. Сделаю, сделаю. На хорошее, я сделаю это. Сделаю. Будешь рыпаться? Я тебя посажу.
Сижу, посажу. Ведь есть из-за чего, котенок, правда? Есть из-за чего, моя лапочка? Еще я не блефую. Я не блефую. Заруби себе на носу. Ну вот видите, все просто. Ваше дело подпустить Светлану к сейфу, ну а наше все остальное. А со Светланой? Что будет? Со Светланой будет все хорошо, вы не переживайте. Малевич, по окончании операции останется у меня? Андрей Алексеевич, мы, конечно, понимаем, но национальное достояние должно принадлежать не частному лицу, а народу. Успехов! Виктор, мне это очень нужно. И как можно быстрее, я прошу тебя. Ну да. Последнее, что я о нем слышал, он сидел в тюрьме. Ну да, во Франции, за какое-то мелкое мошенничество. Здесь его звали Сергей. Все, что сможешь. Как его зовут теперь? Место жительства, жена, дети, все что угодно. Телефон, наконец. Или еще не уезжали? Я вернулся. Это очень кстати. Андрей Алексеевич, можно вас на пару слов? У меня с сестрой беда. Если вы позволите, я уеду. Тебя увезли? Арсений! Начинаем занятия. Хорошо. Я тебе попозже перезвоню. Ты когда приедешь домой? Ты ведь еще в гостинице? А ты что, за мной следишь? Ух, шпионище. Ну ладно, разрешаю, следи дальше. Это кто-то следит за моей принцессой?
А? Один мой друг. А, и что же это за друг? Арсен Ковалевский. А как же он за тобой следит, моя принцесса? Через телефон. Знаешь, котенок, я бы не хотел бы, чтобы ты заводила здесь друзей. А они сами заботятся. Причем где и когда им вздумается. Это их проблемы. Я бы не хотел бы, чтобы ты общалась с этим мальчиком, понимаешь? Почему, пап? Он мой единственный друг. Почему? Потому что я так сказал. Я твой папа. Тебе ясно? Ясно? Нет. А не пришло ли время праздника? Весьма вам признателен, Андрей Алексеевич. До свидания. Всего доброго, Светочка. До свидания. Что же ты мне так долго голову морочил? У меня ведь еще есть как минимум три варианта. Три! Пойдем за картиной. Жор, подожди, подожди. Обстоятельства могут сложиться так, что я не смогу вернуть тебе Валевича. А вот в это мы играть с тобой не будем. Ковалевский, не шути с огнем. Тебе что, жить надоело? Жор, послушай. Если через три дня я не верну тебе картину, получишь весь мой бизнес. Поехали к нотариусу. Он уже ждет.
что, попытка номер два? Понятно. Да, спасибо. Ты больше на меня не дуешься? Нет. Не смей на меня обижаться. Не смей на меня обижаться. Ты самый дорогой и любимый человек в моей жизни. Самый важный. А мама? Ну, мама. Мама тоже. Жалко, что она с нами. Не могла пойти. Давай ее завтра проветрим, а? Завтра? Зачем завтра? Уже сегодня нас ждет новое приключение. Какое? Много будешь знать, скоро состаришься. Как у вас дела? Да, Свет, все хорошо, выезжаем уже. Не понял. Ну ладно. Пока. Галя, я не знаю, почему твоя мама попросила, чтобы ты отключила телефон. Зачем? Зачем, 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 зачем? А я и сам не знаю, зачем. Что там можно было столько времени делать? Ты уверен, что Ковалевский не затеял свою игру? Да брось ты. Я его припер к стенке. Не скажи. Это еще тот.
Мог бы предупредить, что краю холста обгоревший. Мог, но не предупредил. Что за тайна? Поехали, до конца регистрации 3 часа. Мы никуда не едем. Мы? Я и Галя. Сядь, не дури, поехали. Ты летишь в Париж один. Хватит! Хватит, перебор. Хватит. Ты сейчас сядешь в машину, и мы едем за Галей. Гали нет в гостинице, и теперь ты до нее не доберешься. Что? Думаешь, меня сделал? Хорошо. Погуляй по душе свободы. Даю тебе 2 дня, но потом... А потом не будет. Будет. И ты сама это прекрасно знаешь. Братцу пламенный привет. Какому братцу? Мы ему. А, я тебе не говорил, да? Вот незадача. Ну, прости, пожалуйста, запамятовал. У меня есть брат. Старший. Андрей Алексеевич Ковалевский. Как? Андрей? Брат? Да. Да. Бывают в жизни удивительные совпадения.